И всем привет, с вами я, Скай. Я начинаю новый летсплей, новое выживание. Это ванильное выживание, без модов. Версия 1.15.2, без... Define, короче. Вот. И я думаю, что именно этот летсплей будет длиться, ну, очень долго. Хоть серии 200. Я хочу реально жестко развиться так. И вот. Ну вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Поделитесь, пожалуйста, этим видео своими друзьями. Потому что, ну, я снимаю видео, а меня никто не смотрит. Ну это как-то не очень. Ладно, давайте добывать дерево. И делаем верстачок. Ну и палки. Я пока что не знаю, где я буду жить, но это место такое себе, так что я лучше уйду куда-то вот сюда. Там, наверное, где-то буду выбирать место для дома. Ставим верстак. Делаем кирочку. И идем, короче, добывать уголь и камень. Каменный век. Прикольно. Я хотел бы играть с шейдерами, но у меня ноут, и он слабый, поэтому шейдеры не пойдут. Вообще, у меня не очень лагает шейдерами, но вам, наверное, будет неприятно смотреть на то, как у меня подлагивает майн. Хоть немножко, но все равно не очень будет, наверное. Ну, поэтому я играю без шейдера, ванилка, без модов, 1.15.2, Optifine. Именно в этом летсплее я первый раз в выживании убью дракона. Я реально буду первый раз убивать дракона. Я это очень хочу сделать. Я очень сильно хочу реально так жестко развиваться, а не так. Отдал мир, повыживал там 2 дня и забросил. Но это не очень. Так, делаем кирочку. У меня, кстати, был канал с 1к подписчиков, но его сломали. И все, нету моего канала любимого, который прожил у меня 4 года или может 5. Печально, конечно, очень, но что я поделаю. Ну, его, конечно, давно уже взломали, но я по нему, если честно, скучаю чуть. Опа, пещерка. И серии, я думаю, будут выходить длинные. Мне не кажется, что железная руда и уголь перевернуты. Просто у меня текстурпак стоит, и вроде руды тут не поменяли, но что-то мне может казаться, не знаю. Опа, опять железо, ничего себе, вас тут много. Жестко, прикольно, да. Кстати, я видел на ютубе очень много людей снимают One Block. Я не думаю, что я его буду тоже снимать. Но... Не знаю, короче. Ну это как вы заходите. Но я хочу именно этот летсплей начать развивать, тут выживать, убивать дракона. Первый раз за всю жизнь. Пока я играю майн. А майн я играю вроде лет 6. Может меньше. Короче, да, где-то 6 лет. Так, ну проблем с железом у нас нет, и это очень хорошо. О, уже ночь. Блин. Я хотел бы сейчас найти деревню. Очень хотел бы. Ну да, наверное, я не буду тут жить. Я тут всего лишь подбываю руды, камень и так далее. Просто будем путешествовать, так сказать. Так, из железа, хорошо. Так. Эту кирку я не буду выбрасывать. Я поставлю ее в рамку. Не знаю, но я странный человек. Не обращайте внимания, что я так... Что-то странные дела делаю, короче. Я с детства странный, короче. Совсем их странные немножко. Хотя, не знаю, может нет. Нет. Может все нормальные, только я один в этом мире странный. Так, добываем это железо. О, там лава, прикольно. Если мы сейчас найдем запрошенную шахту, то вообще шик... Ой, господи. Не взрывайся, пожалуйста. Да, у них текстурки поменялись.
Я же текстурку, текстурпак, точнее, другой подставил. Давай сдохну, блин. Ой, ой, что? Нет, ну пожалуйста, не хочу умирать. Пошел в жопу. Пошел в жопу, блин. Давай, иди, морковка может выпадет. Нет, не выпала морковка, к сожалению. Но все равно гнилую плоть я подберу, потому что жрать надо. Блин, походу железная руда и все руды тут реально перевернутые. Или это уже было? Не знаю, короче. Там скелет. Лол, да. Прикольно. Делаем заранее ножницы, чтобы потом не делать. Что еще? Ну давайте нагрудник. Хотя. Не, лучше не надо нагрудник делать. Ну давайте топорик, что ли. А, да. Давайте лучше топорик делаем. Но у меня нет палок. Делаем палочки. Так. И так. Нормально. Так, камушек откладываем. Это сюда, это... Ой, стоять, что я делаю? Ну вот, что я делаю? Ждем, короче, пока переплавится железо. И пойдем путешествовать. Неожиданно. Но я не думаю, что я буду тут жить. Я, наверное, просто их обворую, купуюсь. И может пойду дальше. Но на этом я буду заканчивать. Всем пока. С вами был Скай. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.